что ты там? Воюю. Армии? Что? Я говорю, в армии? Перешли на Reforger? Перешли на Reforger? Нет. Просто моды сделали. Всяческие интересные. Ну и режим такой лайтовый, как в скваде. Посмотрел этот Grey Zone. Картинка неплохая, но что-то пока непонятно, что там делать. Там почти как в Tarkus то же самое делать. Только казуально. Я бы сказал, Тарков на начальном этапе. Ну, медицина, по-моему, патроны также закидывает. Я себе казуально медицина. Тут вплоть до переливания крови в этом грейзоне есть всякая дичь. Бессознанка есть, ты можешь тиммейта спасти хотя бы. А, ну, я просто не видел этого. А это все есть. Не, ну в Таркове ты можешь соло играть, а там-то у тебя 15 тиммейтов будет по-любому. А это игра против ботов? Почему? На 15, на 15, на 15. И боты плюс ко всему к этому еще. Там 3 тима на карте. Грейзон я бы хоть час поиграл еще с удовольствием. Но пока что только Грейзон я бы тоже поиграл. Да я понял, что там только этим контент-мейкером. Если тут грязюку сейчас наделал. А у тебя нету рефорджа, да? Нет, конечно. Я армута третья у меня покупал, ни разу не играл в нее, по-моему. А, нет, ну пару раз. И что она по итогу-то нормальная часть или нет? Кто? Reforger. Или пока так все сыро? В смысле, ей 2 года уже. Ну это понятно, но это ни о чем не говорит, знаешь? Ну это... Это не новая часть, если ты про это. Это часть перед 4-й частью. Я знаю, что это экспериментальная так называемая часть, где они обкатывают какие-то вещи, чтобы потом все это добавить, да, в 4-ю. Да. Вот с модами она выглядит живо. Стандартный вот этот сеттинг, который был холодной войны, это дичь скучная, никому не нужная. А когда что-то уже современное, это уже выглядит хорошо. Блядь, бедный чел. Бинокль на меня решил посмотреть.
Если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стрим.